Как определить телефонное мошенничество? Какие есть способы защиты от телефонных мошенников? Какие сведения можно сообщать по телефону, а о каких лучше промолчать? Куда стоит обращаться, если все-таки столкнулись с таким мошенничеством? Смотрите программу «Прокурор в теме» 1 ноября 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – заместитель прокурора Советского района города Самары Алексей Баев.